Ну что, друзья, всем привет! Вы последний раз меня видите с этими волосами, точнее, в таком цвете, потому что следующий ролик, наверное, уже будет с выполненным наказанием. Очень не хочу. Вляпался, конечно, в эту передрягу. На самом деле, я просто хотел, блин, перекрасить кота и просто угорать над ним, но так получилось, что теперь самому, бля, полгода или сколько там будут отрастать волосы, ходить в непонятном цвете. Но тем не менее... я думаю, что привыкнут как и зрители, так и я привыкну, так и вокруг меня мои люди привыкнут. Короче, следующий видос, как я крашу волосы, будет на влоговом канале, ссылка в описании, подписывайтесь. Я понимаю, что... Я не понимаю, я не могу, это для меня очень такой серьезный шаг, но ладно, ладно, все. Короче, об этом попозже. Ребят, на Твинке... Есть сейчас три классных сундука, которые я сейчас открою. У меня сейчас уже 468. Сейчас моя цель апнуть бита. После этого я буду, наверное, вливать деньги сюда, чтобы прокачать всех персов. Короче, сейчас открою три сундука. Это акция кибернедели. Посмотрим, что в этом сундуке, что вообще туда положили нам разработчики. Потому что мне очень интересно, 60% скидка, будет там что-то или нет. Подарочный сундук и мега ящик. Я уже гемасики закинул. Вот эти три сундука я сейчас открою. И посмотрим, что же нам дропнется. И, кстати, надо будет еще купить очки силы. Да. Скины я тут покупать не буду, потому что на этих персах мне играть нельзя. В общем, друзья, такие дела. Потом я еще открою обычные боксы, если мне ничего не выпадет, чтобы, ну, интересно, что что-то выпало. И при этом я хочу очень сильно прокачать тика, потому что первым уровнем играть это безумие. Ну что ж, поехали. С чего начнем? Давайте начнем с разового предложения. Давайте начнем, почему нет? Надо вот так вот сделать. 2 бакса, друзья, 2 бакса. Оп. Посмотрим, что же нам дропнется с этого ящика. Готовы? Поехали. Итак, я очень вас прошу, перед тем, как я открою сундук, убедитесь, что вы поставили лайк и подписались на канал. Я вас реально очень об этом прошу. Ребят, вот если не сделали это, сделайте, пожалуйста, в эту же секунду подпишитесь, поставьте лайк. И я очень надеюсь, что там будет дроп. Всегда, когда много лайков и подписок, всегда это происходит. Готовы? Сделали? Выполнили? Я вот даже жду для того, чтобы вы успели это сделать. Все, подписались? Поехали! И... Блин, меня всегда волнительно. Оба, була прокачали, найс, найс, найс. Бул на 8 уровень. Да, на 8 уровень, друзья, это очень круто. Осталось еще один левел. И все, и пассивочки будем искать на буле. Джессит на 7 пока что. Короче, бул лучше всего прокачан. Я даже не знаю, куда потратить 150 очков. Да, наверное же на Шелли потрачу. Так, хорошо. Подарочный сундук. Поехали. А вдруг именно с него дропнется? Лайк, подписка. Мимо, мимо. А давайте посмотрим, что у нас с шансом на Легу. Ну, шанс маленький. Кстати, ребят, пока что есть скин на Карла. И у кого нету Карла, продается акция сразу с Карлом. Поэтому, когда выпустят скин на Леона, он будет продаваться вместе с Леоном у тех, у кого нету Леона. Поэтому, друзья, кто хочет получить новый скин с Леоном и самого Леона от меня бесплатно, тоже подписывайтесь, скоро будет акция, это я разыграю совершенно бесплатно для вас, если будет много желающих участников, сделаю много призовых мест. Ну что ж, еще один мега ящик, поехали. 5 предметов, ёпта мать. Блин, ладно, вся надежда на обычные боксы. Так, мне хватает? Да, мне хватает, только надо вот понять, для какого бойца потратить эти... Я, наверное, потрачу на тика. Потому что, ребят, ну, блин, тик вообще не выпал ни разу. Я хочу его прокачать, очень сильно хочу прокачать. Потому что, ну, первым уровнем играть отстойно. Реально отстойно. Ну, вот четвертым уже хотя бы что-то. Так, есть. Дальше, что мы... Дальше. Дальше я хочу открыть еще немного боксов, ребят. Потому что, ну, я чувствую, что новый боец дропнется. И, возможно, тика прокачаю на 5 уровень. Давайте, ребята, мы сюда пришли за новым бойцом. Вот. А, кстати, давайте посмотрим, кого вообще я не выбил. За новым бойцом, говоришь? Дальше эпики, мифики и леги остались. Да, нового бойца можно не ждать, друзья. Да, понятно. Тогда еще 3 бокса. Тогда еще 3 бокса и идем катать. Блин, понятно.
Не, давайте все-таки, когда выпадет тик, пойдем катать. Я очень хочу выбить тика. Очень. Биби, Пенни. О, тик. Сколько выпало его? 6 штук! Это сколько мне надо открыть боксов, чтобы прокачать его на 5 уровень? Капец. Да это несправедливо. Реально несправедливо. Карл. А он есть в магазине? Может, он в магазине продается? Нет, не продается. А, блин, друзья, я могу все боксы потратить и тика не прокачать. Караул. Да не, так дальше продолжаться не может. На этом я остановлюсь, потому что я боксы коплю. Ладно, буду играть четвертым тиком, чё уж там. Скоро роборубка, потрачу все билеты, нафармлю боксов, куплю даблеров, короче, ну, аккаунт будет пушечным. Я не знаю... Вообще планирую, конечно, его закончить до конца сезона, но было бы идеально его закончить под Новый год, но это слишком долго. Просто под Новый год можно было бы крутой такой аккаунт замутить в плане прокачки и подарок, подарить его вам, да, разыграть среди вас. Но я думаю, что до Нового года мы еще один проект какой-то бахнем с вами, успеем вольнуть, чтобы потом разыграть какой-то крутой аккаунт под Новый год. Ну, сделать какие-то призы, реально. Потому что уже все, осталось, ребят, неделька, и декабрь подъехал. Все, здравствуй, жопа, Новый год. Так, ну что, четвертый уровень ощущается или нет? Пока что я еще не попадаю ни по кому, не знаю. Ну да, слушайте, я не знаю, поскольку по 400 дамажило, да, без... Ой, первым уровнем. Так, осталось 3 бойца. Это совсем другое дело. Бой, конечно, быстро завершился не из-за того, что я стал четвертым уровнем. Но реально совсем другое дело. Четвертый уровень. Я не знаю, где сидит мой соперник. Да ёпта, шо ж так не терпится вам? Шо ж вам так не терпится? Я ж хочу выиграть катку. Так, 8 банок, да? Так, ну в принципе его ульта... Она его не спасет вокруг этого столба. Так. Ему надо на дальнюю дистанцию уходить, да. Блин, замансил, гаденыш. Так. Оп, оп. Оп. Оп, оп, оп. Блин, я как вы думаете, выиграю его или нет? Так, башка, башка, давай, давай. Yes, добил, отлично. Не, ну конечно, конечно, четвертый уровень, это уже совершенно другое. Вообще играть фуловым, это будет прям секси-пакси-макси. Блин, ну реально хочется на пятый прокачать, потому что тихом вообще неудобно играть. Там на 4500 будет большой ящик, его тоже открою на видос, посмотрим, что с него дропнется. А может вместе с мега-ящиком посмотрим. Короче, поехали дальше. Поехали дальше, еще каточку сыграем и в принципе на этом буду завершать. Пойду перекрашиваться. Блин, не знаю, капец. Ребята. Не знаю, блин. Будете меня принимать таким, какой я есть, да? Правильно? Ай, жесть. Блин, 3 месяца, да, волосы будут отрастать? Блять. Я не знаю, зачем я на это согласился. Я еще коту предлагал, давай перебатлим, давай другой аккаунт подберу, еще попробуем. Реванш, ну правда, тебе очень везло. Он сначала не соглашался. Бля? Ультовать будешь, нет? А, я сдох пятым. Он сначала не соглашался, потом такой, ну ладно, если тебе не сильно хочется краситься, то давай. А потом я такой, думаю, да не, ну, блин, давай заднюю, раз уже пообещал, раз уже слово дал, что мы с тобой по-честному забатлим, и проигравший, с учетом того, что если ты выиграешь, я крашу, он, его цель была не отмазаться от перекраски, его цель была меня затащить, чтобы я перекрасился, он, блин, добился своего, он бы в любом случае красился, я еще с кота буду орать, господи. Офигеть, ребят, короче, на влоговом канале смотрите видос. Рома будет красить брови, если вы помните, Рома проиграл батл коту. Блять, ладно, волосы не отрастут, а брови, блять, что с бровями делать? Их только сбривать. Блять, короче, пацаны, видос на влоговом канале. Блин, это трэш. Перед Новым годом будем жесткие. Блять, да что опять от брока я сдыхаю, а? Ай, блин. Да ёп.
твою бабушку, отвали от меня. Реально достал. Приколебался ко мне, мудак. Давай, подходи. Давай, 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 родной, подходи, я тебя, сука, накормлю сейчас. Он может подойти поближе. Блин, мне надо ультануть в него. И ему все, ему гайки. Ему, кстати, тоже надо ультануть в меня. О, вы видите, там он с тёпой лей стоит. Сейчас я на нем ульту набью, отлично. Три бойца осталось. Надо как-то этого Брока, слушайте, уничтожить. Потому что реально такой, знаете, противный Брок. Противный. Такой чисто за тобой бегал весь бой. Сейчас мы найдем его. Где он там? А, вот ты, родной. А, у него ульта есть, ну все. Походу, кобздец. Надо подальше уйти. Роза, Роза, не иди ко мне, тихо. Так, отлично, мы перебрались на другой остров. Сейчас мы отсюда будем забрасывать их. А, Роза забрала Брока. Блин, жалко, лишила меня этого удовольствия. У меня ж есть шансы затащить? Ну, вроде есть. Надо только не мазать. Ну, она уже отхиливается, падла. Так. Тихо, 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 тихо. Вау, 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 откуда эти мины там взялись вообще? Я не знал, что там мины, круто. Повезло. Ну все, 160 кубков, отлично. Короче, продолжу на стриме, друзья. Не знаю, может до стрима еще апну 4500. Ну это вряд ли. А я даже не знаю, будет сегодня стрим или нет. Может и не быть его, потому что я не хочу палить перекраску. Я, может, завтра на видео с вами покажу. В общем, такие пироги, друзья. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока. Я погнал. На влоговый канал идите.